Салат, который подойдет для ужина и даже для праздника. Он очень вкусный и сытный. Всем большой привет, друзья! Сегодня готовим салат, который называется «Одно мгновение». Салатик готовится очень быстро, просто, из доступных продуктов. И всегда получается очень вкусный. Давайте приготовим этот вкусный салатик. В салатик нам понадобится фасоль, красная или белая. Можно использовать консервированную или отварить самим. Фасоль отправляем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Теперь нарезаем колбасу. Колбасу желательно брать копченую. Так наш салатик будет вкуснее, чем с обычной. Нарезаем на полосочки. Еще нам понадобится корейская морковка. Ее можно измельчить, но я в этот салатик не измельчаю. Теперь нарезаем маринованные огурчики. Я взяла 2 штучки небольшого размера. Нарежу на небольшие кубики. Продукты все соединили и теперь хорошенечко нужно перемешать. Салатик обязательно солим и перчим. Заправлять можно сметаной или майонезом. Перед подачей салат украшаем сухариками и подаем на стол. Салатик «Одно мгновение» у нас готов. Салатик, друзья, получился очень вкусный. Готовится с доступных продуктов. Все продукты несложные, недорогие. А получился такой вкусный салатик. Рекомендую готовить на новогодний стол. Друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал. Нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей. А на сегодня с вами прощаюсь. До новых видео. Пока-пока.